Уральская усадьба представляет. Всем привет, дорогие зрители, не забываем подписываться на наш канал Уральская усадьба. Там вы узнаете много нового и интересного про теплицы. А теперь, что сделали сегодня. Сегодня у нас 30 сентября 2016 года. Был сделан павильон, ширина 3 метра, длина 6 метров. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. Арки выполнены в виде ферм. Поликарбонат использовали 4 мм. 0,7 плотность. Один торец у нас глухой с форточкой. Другой торец с разрезной дверью форточкой. Также на торцах установлен резиновый торцевой уплотнитель. По низу сделан конек, не конек, уголок в виде отлива. В самой теплице у нас имеется система подвязки. Шесть ниток и две коньковые фрамуги. Теплица павильон 3 на 8, поликарбонат 10-миллиметровый. Супер, пацаны, молодцы, вообще класс, кайф. Я обалдею, меня здесь будут расселили круглый год. Во. Теплицы павильон, ширина 3 метра, длина 4, двери нестандартные, 70 сантиметров ширина. С одной стороны на бетон, с другой стороны стандартные двери 90 сантиметров. Уральская усадьба представляет. Теплица павильон. Ширина 3 метра, длина 6 метров. Теплица сделана из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. Поликарбонат 4 мм. 0,82 плотность. С одного торца у теплицы разрезная дверь форточка, с другого просто форточка. Установлена система подвязки, 4 нитки. Также сделаны коньковые фрамуги, 2 штуки. Резиновый уплотнитель по торцам, по периметру крыши. Также для защиты поликарбоната по периметру установлен торцевой профиль с перфолентой. Уральская усадьба представляет. Сегодня 24 мая 2016 года. У нас уже собрана четвертая теплица. Теплица павильон шириной 3 метра, длиной 6 метров.
Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. Поликарбонат использовался толщиной 4 мм, 0,72 плотность. Значит, теплица у нас установлена на брус 100 на 150, пропитанный антисептиком. С одного торца у нас стоят двери купе. С другого торца просто форточка. Также в теплице установлены две коньковые фрамуги и система подвязки по две нитки на каждую сторону. По периметру торцы поликарбоната защищены торцевым профилем. По торцам установлен резиновый уплотнитель. Уральская усадьба представляет. Сегодня на дворе у нас 7 мая. Закончен второй монтаж. Делали теплицу павильон длиной 5 метров, шириной 3 метра. Каркас теплицы изготовлен из профильной трубы 20 на 20. Полимерно-порошковая окраска. Арки в виде ферм. В теплице имеется перегородка с дверью купе. Также торец с дверью купе. И форточка с другого торца. Также есть две коньковые фрамуги. Система подвязки, 4 нитки. Вся конструкция установлена на брус 100 на 100, пропитанный антисептиком.